Девчонки приехали в Египет. Ага. Везут маленький чемодан. Андрюшек, ручечка. Идите места занимайте в автобусе. Вот наш автобус. Каролин. Они еще не проснулись, а мы прилетели в Египет, в Шарм-эн-Шейх. И теперь заполняем наши бумажечки. Мама заполняет. Девчушечки играют. Так, в Египте нас встречает Санта-Клаус. Вот такие вот карусельки для куколок. Красивые снеговички. Девчонки приехали в Египет. Ага. Везут маленький чемодан. Андрюшек, ручечка. Идите места занимайте в автобусе. Погода с утра еще не очень. Приходите на инфовстречу в полном составе семьи, как указано на ваучере, с полным пакетом документов, паспорта, страховку, обратный авиабилет и трансферный ваучер. Паспорта, страховку, обратный авиабилет и трансферный ваучер. Почему рекомендуется прийти на инфовстречу в полном составе семьи? Во-первых, как я вам сказал, потому что сейчас авиакомпания... Девочки мои позавтракать пришли, да? Камилочка, приятного аппетита, Аня, Каролина. Они тут немножко всего понабрали. А мое вот. Вот это все твое. Только кто бы это еще съел, да, мой золотой? Дыни хоть... А, дыни ты не любишь. Ну, давайте, приятного аппетита.
Так, Каролиночка, вот эта комната наша, да? Давай посмотрим, что здесь у нас. Тут бабушке подарок. Тут ванна. Вот такие. Санузел, стузел. Да, тут, а тут что, души? Ванна. Да, и ага. Тут какая-то сумка. Давай тут посмотрим, что здесь. А где тут свет включается? О. И такое мыло. Так. Там мыло нас пока не интересует. Это у нас что тут? Шифонерчик. Шкафчик с шифонером. А ну покажи. Первый, это такой. Сейф тут там у нас, сейф, да. Только мы не знаем, какой код. Это мы сами придумаем код. Так, что-то у нас дальше. Тут в этой комнате вот такая огромная комната у нас. Это коечка. Так, это такие пуфики. Тут еще одна комнатка. Это моя. Нет, это не кровать, а такие диванчики для отдыха. А телевизор, конечно, колхозный. Холодильник. Водичка. А здесь еще одна комнатка с кроватью. Комнатка, а тут балкончик выйти глянуть. На балкон. И а тут вот такой балкончик. Вот так можно выйти. Смотрите, зайдете на балкон. Да, а здесь комнатка чай пить. Далеко не уйдет. Просто с балкона можно просто пойти до бассейна. На море, да, просто пойти? Или на бассейн. Все понятно. Да, мы только всем далеко. Пока. Всем пока. Первая береговая называется, да? Давай, да. Говори. Пока-пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина. Пока-пока. Пока. И была с вами Аня. И была с вами Аня. Где тут Аня и Камила? Где они? Кукушечки. Пока-пока. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Будет выходить на мои видео. И давление. Пока-пока. И 1100 лайков. Ох ты моя классная девчонка. И на колокольчик не забудьте нажмите. И на колокольчик. Пока. Пока.